Массовая акция протеста прошла в Венесуэле после того, как власти перенесли референдум по вопросу отставки президента Николаса Мадуро. Тысячи активистов прошли по главной городской магистрали, призывая правительство соблюдать конституцию страны. Во вторник вечером стало известно, что Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за начало процесса импичмента президента страны. Депутаты одобрили резолюцию, в которой действия исполнительной власти названы угрозой Конституции. По мнению оппозиции, откладывая подготовку к референдуму, власти просто тянут время. Если плебисцит состоится после 10 января 2017 года и Мадуро будет отстранен, его должность еще на 2 года займет им же назначенный вице-президент. Политический кризис разворачивается на фоне экономических проблем, причиной которых стало падение мировых цен на нефть, основной экспортный товар Венесуэлы.